День ли горит, тишина ли ночная, скоро ли сгину я, жизнь загубя, скоро ли сгину я, жизнь загубя, скоро, скоро ли сгину я, жизнь загубя. Можно немного подождать? Вот сейчас мы с Димой уйдем, и тогда, пожалуйста. Да, но мне ведь тоже 10. Здесь и так негде повернуться. Я же не в отпуске. В 10 я должен быть в министерстве. И оставим все ненужные разговоры, лишние, только по необходимости. Ты в школу не собираешься? Нет. Это что еще за новости? А? Видеть вас не могу. Психи вы ненормальные. Эгоист. Неужели обязательно с утра пораньше нужно довести мать до слез? В конце концов, это не твое дело. А чье это дело? Что ты натворил? Ты же забил гол в свои ворота. Ты понимаешь, не удержался. Было очень много. Доброе утро, соседи. Не правда ли? Здравствуйте. Ты с какой же скорой к мне теперь есть? С папиной или с маминой? Скажите, пожалуйста, ваша работа очень тяжелая. Да, Сережа. Спасибо. Что утомляет больше всего? Очевидно, погода. Нет, нет, спасибо, я поел. Так, я объявляю голодовку. Не смог без демонстрации. Твое, мое. О, Господи. Черт, что в Гондурасе творится. Ты смотри, и там тоже. Что в школе? В школе? Ее закрыли. Как закрыли? Как закрыли? Передвигают на 100 метров. Справа скалился огромный леопард, а слева волс крокодил. Пойди открой. А что было сзади? С ужасом спросил его друг. Сзади, к счастью, кто это в такую рань?